подходит к концу сезона сбора овощей. На полях республики осталось немного картофеля и капусты. Наша съемочная группа застала последние дни уборочной кампании. Ни одного гектара картофеля под снегом остаться не должно, подчеркнул министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов на еженедельной планерке в Доме правительства. На данный момент второй хлеб убран с 6 тысяч гектаров, что составляет почти 96% всей площади. Высокая урожайность отмечена в Урнарском, Канашском, Козловском и Комсомольском районах. Неплохой в этом году и урожай капусты. Показатели урожайности овощей превышают прошлогодние. Здесь выделились Козловский и Комсомольский районы. На их долю приходится почти 40% всего валового сбора овощей в республике. Фермер Константин Плотников, хозяйство которого находится в Чебоксарском районе, тоже доволен результатом работы. Сейчас он завершает уборку капусты «Мегатон», урожайность которой свыше 100 тонн с гектара. Прежде всего, все зависит от погодных условий. Ну и от возделывания, от технологии. Отношение к труду. Мы всегда стараемся извлекать прибыль. Более того, стремимся максимально увеличить свою рентабельность, иначе просто нету развития. Фермерскому хозяйству Константина Плотникова более 10 лет. Сегодня общая площадь обрабатываемых земель составляет 40 гектаров. Обороты с каждым годом растут, делится фермер. Его продукцию можно найти как на рынках республики, так и в других регионах. Например, эти кочаны готовятся для отправки в Нижний Новгород. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Игорь Зверев. Республика.